Это вот клевый китайский автомобиль, без понтов. Мелкий такой, правильный, цена халява. Не бить, прослужит долго. Все, что нужно для такой марки, есть. И вы даже думать забудьте, что Бумер или Мерс, один или А, будет в чем-то надежнее. То есть я бы даже не задумывался, а взял бы для себя китайца.